Спасибо вам большое за то, что потом это все смонтируете. Наверняка в соцсетях, в телеграм-канале, ссылка ВКонтакте. И это все будет уже выставлено и будет красиво. Ну, отвечайте на вопрос. Да, друзья, я немножко дополню предыдущие слова. У вас на столах стоят открыточки, на которых два QR-кода. Один QR-код на группу ВКонтакте, где будет все выложено, все видео, фото. И один QR-кодик маленький, это на ссылку в телеграм-канале. Там будут все наши будущие приглашалки, зазывал. Да, он знает, какие вопросы задавать. Знаете, я отвечу так. Ни один нормальный человек ничего не придумал. Вот. Так же вот и мы. Сидели, потом облокотились, посидели так. Вот. И, а давай каждая вторая пятница будет квартирник. Вот. И мы готовим серию квартирников. Кстати, сохраняйте ваши билетики. Тот, кто придет на 5 квартирников, на 6-й юбилейный, заключительный перед летом, отпускной, квартирник придет бесплатно. Спасибо. И еще на них можно автографы, да, собирать. Да, можно автографы собирать. Вот, дорогие друзья, но очень хотелось бы спеть следующую композицию о нас, о всех о людях, которые якобы временно приехали в город Гондор. Да, мы же все же здесь, да, буквально. Мы сейчас чуть-чуть и подзаработаем и уедем, да. Да, Лендор. Для вас, жители Лендора, песня про Лендор. Стадион для этой песни нужен.